Анонс и точная дата выхода нового 20-серийного сериала «Отражение звезды». Премьера нового сериала стартует 2 августа на телеканале «Россия-1». Сюжет сериала. Рената Мартин – талантливая певица, которая просто любила музыку. Она никогда не думала о том, что сможет достичь невероятных высот в искусстве. Однако мать и отчим очень хотели помочь девушке в ее деле. Они смогли еще в юном возрасте дать ей толчок в развитии. Однако сейчас, к 30-летию, главной героине, та задумывается о последствиях произошедшего. Действительно ли она живет той жизнью, которой хотела бы жить? Не так давно произошел трагичный случай с фанаткой женщины, которая пыталась изобразить своего кумира в собственном образе, из-за чего была убита неизвестным преступником. Это событие погнало женщину в депрессию, ведь теперь ее работа и творчество кажутся еще более неоправданными. В родной город Ренаты приезжает Настя, сестра главной героини. У той море своих психологических проблем, ведь не так давно ее мама увела ее жениха. Рената понимает, что родне нет дела до ее проблем. Все только и делают, что жалуются на свои трудности. Нет никого, кто способен защитить звездную певицу. Однако неожиданно находится мужчина, который вселяет надежду в душу главной героини. Напомним, премьера нового сериала стартует 2 августа на телеканале «Россия-1». Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.